В целом, в обществе нет такой сферы, в которой ветераны не были бы заметными людьми. Ведь советы и опыт представителей старшего поколения являются примером для сегодняшнего поколения. Совета ветеранов проводилась системно, планово. Она постоянно находилась в сфере внимания Акима области Ермека Барамбаевича, который проявляет особую заботу о людях возраста. Телевизионная комиссия за отчетный период провела проверку работы областного совета ветеранов с письмами, заявлениями и жалобами ветеранов. Ведется дело производства на должном уровне. Никаких серьезных замечаний по данному вопросу у комиссии нет. Вся работа ведется планово. Заседания президиума, пленумы проводятся своевременно. Заведены журналы учета ветеранов, работа с письмами, заявлениями, жалобами ветеранов. По заявлениям, письмам, жалобами своевременно проводятся проверки, принимаются меры и дается ответ. Пожилые люди – золотой фонд страны. Участники очередного собрания высказались, акцентировали внимание на том, чтобы старшему поколению уделялось большее внимание. Также был рассмотрен вопрос оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной и Афганской войн. Иван Однорог, Жансулу Жинкул, Павел Соловьев, Ануар Нагмеджан, Кокшиакпарат.